30 мая. Профессиональные бои в Красногорске. Спортивно-патриотический клуб «Ярополк» и Международная федерация рукопашного боя представляют матчевую встречу по рукопашному бою сборных Московской области и России, посвященную памяти сотрудников управления «Альфа» ЦСН ФСБ России, майора Панина Игоря Сергеевича и капитана Лашина Романа Аркадьевича, погибших при исполнении воинского долга. Вас ожидают 8 ярких и зрелищных поединков, среди которых 3 профессиональных боя Лиги чемпионов «Hand-to-Hand». Также вашему вниманию будет представлена обширная развлекательная программа, а это световое танцевальное шоу «Хищники света», группа «Ярополк» и многие другие. Ведущие мероприятия – известный ринг-анонсер России Александр Загорский. Ждем вас 30 мая в ДК Подмосковье по адресу: город Красногорск, улица Ленина, дом 3. Начало мероприятия в 17:00. Вход свободный, но строго по билетам. Бесплатные билеты можно получить в клубе «Ярополк» или в кассе Дворца культуры Подмосковья.